Никто не ноет. Такую оценку Виктор Томенко дал людям, которые, несмотря на сложные условия, трудятся в промышленности Алтайского края. Сегодня глава региона на базе Алтайского завода прецизионных изделий провел рабочую встречу с директорами. Он признался, что только изучает предприятия края, но уверен в их потенциале. Тем не менее, не исключает и появление новых производств, несмотря на специфику региона. Мы сегодня энергодефицитный регион. Мы должны этот аспект брать в расчет. Очень хорошо дела обстоят с сохранением природы, с экологией. Поэтому большие требования будут предъявляться к промышленным предприятиям, которые здесь будут работать. Не все на это соглашаются, потому что это уровень издержек. Участниками встречи стали директора 16 ведущих предприятий. Среди них «Алтайкокс», «Ротор», «Барнаултрансмаш», «Станкостроительный завод». Кроме специфики своих производств, промышленники делились и проблемами. Руководители отметили главную из них – недостаток кадров. Мы готовы купить современное оборудование, это сварочные роботы, это восьмишпиндельные обрабатывающие станки, это различная автоматизация, но работы на этом оборудовании некому. Те, кто поумнее, похитрее, те уехали. Да. Если хорошо платить, те, кто похитрее, поумнее, должны остаться. У нас экономика, к сожалению, не позволяет платить, скажем, адекватную зарплату на специалиста такого класса. Кроме того, подчеркивают директора, в крае негде учить ни сотрудников среднего персонала, ни узких специалистов, например, по роботизированной сварке. Виктор Томенко отметил, что развитие экономики идет бок о бок с развитием социальной сферы и обещал взять на себя решение вопросов алтайских промышленников. Анастасия Драган, Александр Антропов, наши новости.